Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы приехали посетить Алушту. Сейчас мы прогуляемся, посмотрим. Я уже, получается, приехал в сторону набережной рабочего уголка или профессорского уголка. И как я понял, что море штормит. Но вы, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. И давайте перейдем к просмотру, посмотрим, какой сегодня здесь шторм. Так, друзья, пляжи закрыты, никого не пускают. Штормит, волны, конечно же, сегодня у нас в этой стороне. Ну, мы еще съездим на центральный пляж, посмотрим, какая там ситуация. Смотрите, какие волны шуруют. Выше бунт. Так, ладно, в этой стороне нас не пустят, пошлите тогда в эту сторону, посмотрим. Нам надо найти, чтобы не было навеса, и посмотрим, что здесь происходит. Так вот, друзья, кусочек мы видим. Ни шезлонга, ничего нет, все поубирали, потому что все смоет в море. Ну, естественно, на пляже не пускают. Все, что остается, это сидеть на лавочках, загорать. Конечно, бархатный сезон не очень радует. Ну, я же думаю, он уже начался. Все, что остается, то дождь, то стало, ну, по ночам уже холодно в Крыму. С утра тоже холодно, плюс еще сегодня шторм. Ну, вообще как-то сентябрь с самого начала не задался. Вода мутная, волны поднимают всю муть. Конечно же, да, не очень обстановочка. Ну что нам остается тогда, раз здесь уже мы не можем пройти к пляжу, давайте съездим в сторону центрального городского пляжа. Посмотрите, все гуляют здесь по набережной. Съездим в ту сторону и посмотрим, там какая обстановка. Ну, я думаю, тоже штормит. Но там вроде бы не закроют они пляж. Может быть, даже там и можно его закрыть. Но, по-моему, там нельзя его закрыть. Поэтому давайте-ка туда же съездим. Вот оно, это место. Вот, друзья, смотрите. Грязища поднята со дна. Там быстренько собирают последние шезлонги, убирают, шторм поднялся. Никто даже этого не ожидал. Так что, друзья, туристам, получается, остается только по набережной погулять, подышать морским воздухом. Ну, естественно, хвойным, потому что здесь очень много насажено сосен. Вы посмотрите, здесь вся набережная, ну, вдоль дороги, вот здесь все засажено соснами. Ну и плюс горный воздух, все как полагается, друзья, здесь шикарно. Ну, не во время шторма, конечно. Как вы сами понимаете, что здесь везде заборы закроют, не пройти к морю. Ну и, конечно же, это хорошо, потому что в такой шторм нечего делать на море. Вы погляньте пока. Да тут может смыть вообще за секунду. Какие волны, а? Выше бун, вон, посмотрите, прямо на буны заскакивает. Ну ничего, друзья, если такая вот вдруг погодка, то всегда можно взять какую-нибудь экскурсию, поехать в горы. Можно на джипе, можно пешком. Погодка, кстати, не жаркая. И можно всегда выдвинуться в горы, полюбоваться горными красотами в такую погодку. Так, ну что, друзья, вот мы уже и подходим к центральному городскому пляжу. Как всегда, мы идем через этот шикарный сквер, где все цветет, все ухожено, его уже во многих местах доделали, хотя в те разы оно было тут разруха. Уже пододелывали везде дорожки, все хорошо.
Люди здесь гуляют по скверу, там на детской площадке музон играет, в кафе музыка, везде тут веселье, потому что на море шторм. Ну, мы сейчас прогуляемся еще здесь на центральный этот пляж, на набережную сходим, посмотрим, вообще штормит, закрыто или не закрыто, и какая здесь обстановочка. Ну, вообще здесь сквер довольно-таки хороший, мне нравится. Здесь все засажено зеленью. Так, друзья, вот мы уже и подходим к этому пляжу. Здесь он вроде бы как открыт. Да, он открыт. Сейчас мы пройдем на пляж и посмотрим, как здесь штормит, что здесь делают люди. Лезут они в воду или нет во время шторма. Ну, в принципе, я пока проехался, он уже немного подутих. Конечно, вода мутноватая, но загорать можно. Людей, конечно же, много. Установлена табличка, что шторм-пляж закрыт. И вот такая здесь обстановочка. Все самое интересное находится в той стороне. Мы сейчас обойдем, чтобы по песку не идти. Друзья, пока мы обходим, здесь везде красота, уже ремонты везде тут закончились, где были, когда я тут был. Тут еще что-то доделывали. Давненько меня здесь не было, конечно. Ну, порядок уже навели, везде чистота, красота. Есть где людям прогуляться. Конечно же, хорошо, что здесь есть такие здоровые деревья, которые создают тенек. Так как на море не пускают, в принципе, не, ну здесь на городской пляж пускают, можно позагорать. Посмотрите, здесь сколько много деток на детской площадочке гуляют. Естественно, друзья, здесь присутствует, ну если во время шторма, кафе с видами на море, здесь можно шикарно посидеть. Кофе попить, полюбоваться штормом. Ну а мы сейчас пройдем на набережную. И полюбуемся уже с набережной, какой там шторм. Все люди тут собрались, которые должны лежать на берегу загорать. Они все стоят, снимают шторм. Ну что остается делать, если не покупаться? Да, друзья, бархатный сезон, можно сказать, состоится, потому что людей довольно-таки много. Вот, мы сейчас сначала посмотрим, что творится на центральном пляже. Вот надпись. А вот и сам шторм. Пляж закрыт, перетянуто какими-то ниточками. Ну, люди все равно там присутствуют. Так, вот такая вот здесь, друзья, ситуация. Друзья, пляж просто смывает. Так что, друзья, на пляже, на центральном, конечно же, здесь не получится даже нормально позагорать, потому что волны до самых кафе добивают. Это надо.
Ну ничего, это все успокоится, это возможно на денек, а потом опять наладится и все будет хорошо. Так, друзья, здесь будет, я думаю, самое интересное место. Смотрите, голуби какие послушные, на руку даже садятся. Так, ладно, пойдемте туда, пройдемте. Смотрите, сколько много людей. В принципе, большая часть должны были лежать на пляже. Ну, в данный момент у них это не получится сделать. Ну ничего, выход из ситуации всегда есть. На парапете тоже можно расположиться, позагорать. Ну, как бы не лучший вариант. Но, тем не менее. Так, нам надо найти где-то интересное место. Я смотрю, вот там прямо такие волны сильные разбиваются от пирсы, от буны. Конечно, да, пляжи позакрыты, закупорено, не пускают. Только единственное, что на центральный пляж еще можно пробраться кое-как. Там спасатели стоят, но мало кто на них обращает внимание. Кому надо, те заходят. Ну, а здесь просто под замком. Так вот, друзья, мы и дошли до места, где больше всего прям штормит. Смотрите, здесь вода аж на набережную вылетала. Да, конечно, не погодка заштормила, хотя ветер вроде бы не такой уж и сильный, но, как вы сами прекрасно видите, что ситуация не из лучших. Так, друзья, сейчас мы еще пройдем до одного места, там все делают что-то селфи. Ну, конечно же, местечко опасное, и лучше этого не делать, но мы все равно пойдем посмотрим. Вот, смотрите, сколько здесь людей. Все любят шторм посмотреть, поснимать. Конечно же, самые бесстрашные идут поближе к морю, чтобы прямо на волнах, на хорошем фоне сделать себе фотографию. Конечно, здесь очень сильный ветер. И очень сильно штормит, друзья. Вы только посмотрите, какие огромные волны идут. Нет,
Так, друзья, пока на море шторм. Здесь образовалась небольшая очередь в крымские чебуреки. Наверное, они здесь вкусные, потому что очередь только здесь. Здесь, видите, больше нигде очередей таких не присутствует, как именно в эту чебуречную. Не, ну что, самое главное, что людям все равно весело. Будет что вспомнить, и на море позагорали, и в шторм попали. И какие будут фотографии, вы посмотрите только. А вот сейчас мы как раз посмотрим на пляж. Как выглядит пляж, посмотрите. Пляжа просто нет, его смывает. Так, еще одна волна идет, вы только гляньте. Опа! Там вообще один отмороженный стоит, его просто обмывает. Пошлите, я вам его сейчас покажу. Сказать, чтобы ради красивой фотографии, то нет, его не фотографируют. Видимо, это сейчас такой у него способ покупаться. Так, сейчас мы дождемся какую-нибудь хорошую волну и посмотрим, что будет. Так, друзья, сейчас я вам покажу, как там сильно штормит. Обалдеть, вы такого смотрите, что происходит. Я тут, конечно, в лужу уже влез, видите, здесь такой берег весь в лужах. Что, друзья, сегодня ближе к вечеру, наверное, будет весь интернет завален штормом Салушты в интернете. Будем надеяться, что все пройдет хорошо, без приключений, потому что лезут прямо до края. Но это не надо делать. Всегда подумайте, что надо беспокоиться о себе, о своем здоровье, и рисковать лезть под волны не стоит. Это той фотографии, которые, какие могут быть последствия, друзья. Всегда берегите себя.
Ну что, друзья, вот такая вот погодка у нас сегодня в Алуште. Так что вы не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь видео с друзьями. И все, до новых встреч в новых видео. Вам всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока, друзья!